Да, да, ну, то есть, представляешь, да, в полночь такие ряды автомобилей поехали. Она стартовала игра, Порту, естественно, но они быстро забили третий. Да, там минуту спустя проблемы у команды с подписанием новичков. Хороший пас опять во фланг угловой. И угловой, конечно. Самая популярная. Ну, кстати говоря, классный подкат. Хацев очень классно сыграл в этом эпизоде. Ну, молодец пока, старается, да, и там не пустил, и здесь выбил, но все это называется неправильный отбор. И дальше угловой, кто знает, к чему он. К африканских вратарей есть реакция, но нет многих других вещей, да. А у Бабакара Мбайе такое впечатление, что присутствует и выбор позиции, и концентрация должная. Первый угловой слева фланга и сразу гол. Вот так. Все подавали справа, все не проходило, забить не могли. Первый угловой слева, вынимайте. Мехди Тарами, конечно же, лучший бомбардир команды прошлого сезона. 20+13 в премьере. Сразу несколько забитых мячей тоже и в кубке. Ну, в общем, действительно, наверное, главный актив Порту на данный момент с точки зрения атакующих действий. И замкнул дальнюю штангу уверенно, спокойно. 30 лет, что напрягаться? Да, Пеппи, скажи об этом. Ну, смотрите, какая скидка, да, на дальнюю штангу. Чувствуется, что тоже наигранная история. Да, такая, замыкает дальнюю и все делает правильно. Всем привет, да, 1-0. Да, 1-0, и впору говорить о том, что вот Бабакар Мбайе все-таки один-то в поле не спаситель. 30 минут понадобилось футболистам Порту для того, чтобы открыть. Первый не жгут фаеры на трибунах. Ну и не просто так, да, их называют драконами. Обещает и президент клуба в своих обращениях разнообразных. И, кстати говоря, перед этим матчем он тоже обратился и сказал, что ну давайте просто насладимся этим историческим моментом для нашего клуба. У нас был исторический финал кубка, теперь историческая игра за трофей, за суперкубок. Такое случается, может быть, даже и однажды в истории. Ну, да, может быть, больше надо сказать, что... И сразу играют с Порту, да, тоже хорошо. Ну вот насколько им повезло, да, в жеребьевке кубка, настолько им, с кем они встречались в финале и теперь за суперкубок. Ну, слушай, что... но все равно же не рассчитывают на Кампо Майоренс в финале кубка, правда? Вот еще второй гол едет, да. А, нет! Мбайе, все-таки да. Не успевает, и в итоге 2-0, все-таки, да, Порту делает... разницу. Здесь уже класс сказывается, потому что почувствовали они, что можно забивать. Почувствовала команда Танделла, что им становится все тяжелее и тяжелее. И второй мяч также оказывается в воротах гостевой номинально команды. Ну, здесь комбинация хорошая, чтобы сразу забивать. Да, вот здесь уже. Но вратарь выручил, но он просто, если бы он не смотрел за этим мячом, который думал, что он идет в ворота, а сразу пошел, он, конечно, бы успел накрыть. Но так как соперник был на ходу, а вратарь, ну, просто стоял и смотрел, вот, пожалуйста, смотри, как тебе забивает второй. Да, Мехди Тарами попадает в штангу, а Ива Нилсон первым оказывается на добивании. И счет становится 2-0 в пользу Порту. И вот здесь как раз приобрел еще одного атакующего футболиста. Но как ему попасть в состав? Вот это вопрос. Габриэл Верон, 19-летний бразилец, перешел из Палмейраса. Сделка больше 10 миллионов евро. Но очевидно, что она совершена на будущее уже. Может быть, не на этот даже сезон, а на следующий или через сезон планирует его Серджио Консейсао. Или, ну, президент клуба, который они создали сами. Но Серджио Консейсао и Керан де Барена. Ну, в общем, есть ребята из Испании. Так, подход к штрафной площади, смещение, ну и гол. Все-таки, ну ты был прав, еще один гол был забит, и победа теперь становится крупной. Мехди Тарами, ну в общем, к
кто ожидал другого? Конечно, Мехди Тарами, ну, просто в прекрасной форме находится. И, ну, вот разные футболисты в разное время раскрываются. Мехди Тарами раскрылся, то, ну, вот когда переехал, получается, в Европу, это произошло в сезоне 19-20, он уже был отнюдь не мальчиком, сейчас ему 30. Да, ну и, соответственно, вот считайте, 3 года назад, в 27 лет. Тут еще Марега играл. Да, но он играл в Рио Аве тогда, Мехди Тарами. И вот, пожалуйста, 3-й сезон в Порту начинает. В прошлом установил личный рекорд 20 плюс 13 в чемпионате. Ну смотри, что я все сделал сам. И принял мяч здорово, обыграл, пробросил себе на ход. Ну и пробил так, что вратарь хоть и задел этот мяч, спасти ворот все равно не мог. Да, мастерство Мехди Тарами.